Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Гэшкет, и это продолжение Let's Play Кубик. Но теперь я играл не в старом, ну не на старом лаунчере, а на новом. Это сборка лазуридного гнома «Энергия». Что же я хотел сказать, но упустил мысль. А, да, точно. Я отсюда повысовывал несколько модов, таких как «Диванер РПГ», ну, усложняющие. Мне не нравится, я вообще не хардкорный. То есть за Diviner RPG он добавляет 77 новых мобов и дофига порталов в разные миры. Так что я не такой уж хардкорный. Так, давайте вот тут поставим точку. Фу, не люблю розовый. Зеленый люблю, так. Ставим хом. Окей, и продолжаем тут обустраиваться. Обустраиваться. Так, первым делом нам надо тут выбрать поляну для наших деревьев, поскольку мы сгенерировались в горном биоме, и это не очень хорошо, так сказать, мало дерева. Так что надо будет экономить, и нам уже вот туда как раз начинать копать. Нам повезло. Хотя нет, нам не повезло, что рядом... Ага, я же убрал. Да, точно, я же убрал Diviner RPG, так что все будет окей. Так. Так, берем вот это вот сюда, вот сюда. Вот так вот. Сюда тыкаем, втыкаем, вот так вот. Так. Вот это вот так вот. Так, вот сюда вот. Все, теперь пошлите за нашим булыжником. Булыжник, вот он, булыжник. Спрятался под землей, вот негодяй. Так. А пока я копаю булыжник, я бы хотела вам такую рассказать. Историю я видел, ну, это не анекдот, как бы. Ну, есть немного там смешного. Ну, не знаю, в чем прикол. Ну, короче, история такая. Вот, например, уехала жена на 2 дня в другой город, типа, и оставила мужа с ребенком маленьким. А отец-то не знал, как развлечь ребенка, и он захотел там... И сказал: сынок, давай отучим нашего кота от мяса. Сынок согласился, ну что ж, ему только чтоб веселиться. Ну так. И короче, они вот этого кота взяли, привязали 2 задними лапами к батарее на резинках. И поставили мясо. Так, мясо они, ну, сначала ставили близко, а потом все дальше, дальше и дальше. И вот так вот кот пытался дотянуться, уже когда они далеко совсем отставили мясо. Они, ну, не они, вот этот кот. Кот просто оторвал вот эти свои резинки. А резинки-то оторвались не от лап кота, а от самой батареи. И резинки ему, ну, влетели в жопу, так сказать. Вот такая вот история. Так, если вам понравилось, лайк. Если не понравилось, то тоже лайк. Так, вот, мы нарубили. Что ты нарубили? Накопали, вот. 58 стака штучек. Так. Фу-фу-фу. А какого хрена этот хрен тут летает? Оу, фак. Какого хрена тут висп летает? Не хардкорный, надо было там крафт убрать. Твою мать, я аж пересрал. Джеронима, иди в жопу, ненавижу. Гористый биом, тут их дофига вот этих виспов. Окей. Так, давайте я, наверное, сейчас уберу там крафт и продолжу. Итак, дорогие друзья, я вернулся, и вот у меня пропал наконец этот противный вонючий висп. И ходится очень много в гористой местности. Тьфу ты, в гористой. Ну, вы, наверное, поняли меня.
А я вас, не знаю, что я вас, но мы поняли друг друга и начали собирать. Ты, ой-ой-ой, у меня же все вещи пропали. И что ж теперь делать? Что ж теперь делать? А время-то не бесконечное. Овцы надо. Так. Окей, но мы не растерялись. Сейчас. Итак, срубим вот это. Быстро накопаем камня. Так. Ну. Так, срубили мы вот это все. Срубили и перерубили. Главное, мне далеко от дома не отбежать. Вот. А, вот там этот спаунер виспов. Понятно, откуда они? Вау. Жесть. Сейчас я вам покажу. Главное, там сокровища остались. Да. Есть. Я буду рад, если там будет шерсть или кроватка. Или хотя бы паутина. Да, вот. Вот этот спаунер, но теперь он уже... Нихера себе, ребята, это же офигеть как. Низкий, все. А, отлично, но мне не хватит. Вот, это виспы. Это из обсидиана. Их храм, типа. Так. Вау, неплохая место. Нихера себе тут корова. Извините за выражение. Так. Берем вот это. Сколупываем. И побежали. А мы бежим. Нет. Блин, чуть не разбился. Да что ж такое? О, а! Ништяк, я ж тогда... Меня ж тогда висп приколошматил. Так. Ставим сюда, вот сюда уложим вот это. Вот это. Так, вот это вот так вот делаем. Вот так вот и получилась печь, как я и говорим. Ахалай, махалай, щебет сладкий. Сейчас. И ставим сюда. Ложим курочку. Окей, перетащим. Так, и вот. Так, давайте тут. Вау, ночь. Нам надо передать эту ночь грёбаную. Так. Надеюсь, у меня хватит булыжника. Если не хватит, я не знаю, что сделаю. Так. Должно вроде хватить. Должно. Так. Не открывалось или я слышал Эндермана? О, вот. Хватает нам на дверики все. Всего нам хватает. Так, вот, дверь, не спавнитесь, все. Ну, на этом мы, думаю, будем заканчивать серию. Ой, ну что же я такой. Да, на этом мы будем заканчивать серию. Всем спасибо за внимание, всем удачи, всем пока.